«Алроса» предлагает перевести частный и муниципальный транспорт на дешевое топливо. Для этого в Мирнинском филиале «Алмаздуртранса» провели презентацию для руководителей городских и районных предприятий. Газовые автомобили позволяют экономить 50% от стоимости бензина. При этом в «Алроса» обещают, что цена будет фиксированной на годы. И это в условиях, когда традиционное топливо растет в год на 15%. Серьезных затрат на переоборудование гаражей под такой транспорт не потребуется. Метан, в отличие от пропана или бутана, легче. Он не скапливается в помещении, а поднимается наверх. Поэтому, по рекомендациям ученых из Санкт-Петербурга, в боксах «Алмаздуртранса» установили только газоанализаторы и добавили вытяжек. Был привлечен институт пожтехзащиты города Санкт-Петербург, который совместно с нашим проектным институтом «Алмаз» разработал стандарт под конкретно наши боксы, согласно которым, собственно, были выполнены проектные работы для обеспечения пожарной безопасности. Весь транспорт раньше «Алроса» оснащала газовым оборудованием у сторонних подрядчиков. Теперь все работы делают сами. Процедура несложная, благодаря высоким навыкам механиков. Предприятие полностью готово к обслуживанию, техническому ремонту, диагностике. То есть мы самостоятельно можем даже в части переосвидетельствования газовых баллонов проводить самостоятельно. У нас все для этого есть, что требуется. На данном автомобиле, например, баллоны переосвидетельствованы. Сейчас происходит уже окончание их установки, подключение, после чего мы отправляем ее на газовую заправку. Она возвращается, мы опрессовываем, проверяем и выпускаем машину на линию. Далее гостей автобусом доставили в цех проверки метановых баллонов. Здесь им показали весь процесс диагностики. По сравнению с другими газами, метан выгоден хотя бы и потому, что для него можно применять базальтовые баллоны, которые по сравнению с привычными металлическими намного легче. Проверку баллонов надо делать раз в 3 года. Процедура несложная, но очень ответственная. Баллон погружают в воду и подают давление 300 атмосфер. Если емкость выдержала заданные параметры, значит, может работать до следующей проверки. Камера где-то происходит бронированная, что обеспечивает безопасность и надежность. Здесь грамотно было объяснено первоначально, значит, к чему, что, как. Значит, есть определенные такие смущения, что дорого перевод. Вот. Но если долгосрочно, в перспективе рассматривать предприятие, и с учетом поступления новой техники, не старой, а старше 5 лет, вот, а значит, новой техники, конечно, перспектива очень хорошая. Если я своим работникам, в крайнем случае, при проведении планерных совещаний, значит, доведу до сведения, я получил определенные бумаги, значит, где я покажу работникам, что это перспективный вопрос, решать его надо. Еще недавно в «Алроса» были некоторые проблемы из-за наличия в газе конденсата ввиду неправильной работы очистительных систем на заправках. С установкой нового оборудования эта проблема решена. Газ на заправку поступает с месторождения, расположенного в Мирнинском районе, и в этом главное преимущество. То есть топливо не надо везти из отдаленных регионов. Разведанных запасов на месторождении «Алроса Газ» хватит на 200 лет. Цену на этот энергоноситель устанавливает «Алроса». Сегодня стоимость газа в 2 раза меньше, чем бензина или дистоплива, и в нее уже заложены все расходы. При этом цена может снизиться еще, в зависимости от используемого объема. Цена жидкого топлива растет и не будет никогда снижаться, и растет очень прилично в год по 10-15%. Мы фиксируем цену и даже обещаем эту цену снизить в случае, если вы будете переходить на газомоторное топливо. Если мы потребляем, допустим, там, в месяц до 50 тысяч кубов, то у нас цена там, на уровне там, 28 рублей. Если мы потребляем в месяц свыше 50 до 100 тысяч кубов, то цена сокращается за счет того, что все постоянные затраты раскладываются именно на объем топлива. Сокращается до 24 рублей. Если мы потребляем свыше 100 тысяч кубов, ну, все вместе, и компания «Алроса», и частники, и муниципалы, то цена еще снижается. Тем самым мы даже уменьшаем цену на топливо, а в текущий момент топливо – это основная затратная часть в любом предприятии. «Алроса» предлагает всем желающим помощь в переоборудовании транспорта и готова делать скидки на газ.
Все эти вопросы будут решаться в индивидуальном порядке с каждым, кто изъявит желание сделать свои автомобили более экономичными. С 1 января мы являемся дочерним обществом компании, поэтому мы готовы сами заключать договора, готовы оказывать услуги нашим клиентам, кто будет нуждаться в наших услугах по перевозке, по ремонту, по оборудованию газомоторной техники. Поэтому никаких с этим проблем не будет. Сегодня «Алрос» является главным потребителем завозимого в регион жидкого топлива. Но скоро это изменится. В компании умеют считать прибыль, поэтому переход на самый дешевый энергетический ресурс уже ничто не остановит.